Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Evoque 2013 года выпуска. Двигатель 2.2 турбодизель, автомат полный привод. Пробег на автомобиле 70 тысяч километров. Проблема с замками дверей. Не фиксируется передняя дверь, задняя дверь, обе и передняя левая. То работает, то не работает. Сегодня сделал уже переднюю дверь, но также видео покажу и по задней двери, как снять обшивку, как добраться до механизма и как заменить этот моторчик. Открываем заднюю дверь. Открыл заднюю дверь. Снимаем заглушки. Заглушку на ручке. И заглушки нижние. Откручиваем здесь два винта Torx Также выкручиваем крестовой отверткой. Саморез под ручкой. Больше у нас саморезов нет. Поддеваем снизу карту. Крепко сидит. Не хватает усилия. Купил еще Эврика, комплект съемников для демонтажных облицовочных панелей. Взял давно, но не пользовался им, как-то тем справлялся. Сейчас попробую. Ну и также, как переднюю, сейчас, когда мы по бокам снимем, эту мы отрываем панель на себя, но далеко от двери не отводим, максимум 5 сантиметров. И добираемся до троса, чтобы его скинуть. Thank you.
И вот добираемся до тросика. Лучше всего опустить стекло. Часто отламывается вот эта бабушка. Я уже это видел. Отключаем разъемы. Здесь на задней двери всего два разъема. Здесь у нас тоже получается снимать мало всего. Лопатка толстая, жесткая, удобная. Для чего я отсоединяю? Нам надо снять внутреннюю карту. Торкс Т25. Откручиваем по периметру все винты. Вернее, это не винты, это саморезы. Откручиваю. Открутил по периметру все саморезы. Не, здесь есть еще один саморез. Его тоже выкручиваем, иначе не снимете. Отрываем карту. Выводим трос и убираем ее в сторону. Только когда ставить будете, ее не переворачивайте, иначе вот эти гайки квадратные, они выпадут. Потом не прикрутите ручку. Так, можно сразу снять разъем. Снизу нажимаем фиксатор и стягиваем его. Фиксатор, вот он. Теперь откручиваем накладку ручки, уголок. Но для этого нам надо снять вот этот, вот эту заглушку. Заглушка довольно-таки мягкая, чтобы ее не порвать. Аккуратно ее поддеваем. Под нее проталкиваем отвертку, поддеваем и вытаскиваем. Здесь торкс Т27. Выкручиваем винт. Надо купить отвертки торксовские с длинными ручками. Головка здесь не залазит. До конца его выкручивать не надо. Немножко приподнимаем ручку и натягиваем уголок. Все, уголок пошел, вышел.
сдвигаем ручку назад чуть-чуть, вот, и выводим ее из зацепления. Снимаем прокладку. Держится. Здесь два усика. Можно вот так вот поддеть потихонечку, и все, он снимается. Откручиваем торкс. Здесь винт Т25. Ну и все, и сдвигаем ее. Она освобождена, я ее пока на место поставил, чтобы не болталась в двери. Откручиваю три винта с торца. Придерживаем замок, откручиваем до конца третий винт. Снимаем ручку. Не открутил направляющую стекла. Кстати, удивительно, она была не затянута. Очень, конечно, неудобно его здесь вытаскивать. Направляющая стеклоподъемника мешает. Приходится немножко ручку, немножко замок, немножко ручку, немножко механизм выводить. Разбираем. Снимаю трос, здесь два фиксатора, немножко их подвигаю и тросик как бы вверх приподнимаю. Только аккуратненько, чтобы не сломать, можно переборщить и сломать фиксатор. Все, тросик снял, вывожу его. Откручиваем крышку, 4 винта. Thank you.
и снимаем вот этот флажок. Чтобы снять флажок, нужно внутри отжать три фиксатора. Вот я подтягиваю его и фиксаторы эти отжимаю. Все, флажок снят. Здесь поддеваем уголок. И снимаем крышку. Запоминаем, как у нас стоит вот это ползунок белый. Он у нас стоит в сжатом до конца состоянии. Вот он назад отодвинутый. Потому что когда будем устанавливать, если мы его вот так немножко сдвинем, мы будем мучиться с установкой. Меняем вот этот двигатель. Берем ползунок, отводим в сторону. Здесь у нас спереди и сзади есть металлические пятачки вот такие, куда упирается вал мотора. Сейчас попробую поднять его. Вот он пятачок, с одной и с другой стороны. Смотрим, чтобы эти пятачки у нас оставались на месте. Поддеваем сзади моторчик и поднимаем его вверх. Он не припаян, он просто одевается на контакты. Ну, мотор точно так же, как и спереди, черный внутри. Поэтому он просто устал. Хотя пробег в автомобиле небольшой, повторюсь. Беру новый мотор. Новый мотор заказал с AliExpress. Ссылочку на моторчики, где я заказывал, я под видео выложу. В комплекте идут пакетики со смазкой. Открываем и смазываем сразу. И одеваем его на контакты. Все. Также смажу сам механизм. Одеваю на место ползунок. Крайнее положение, как он и был. Смазываю ползунок сверху. И закрываю крышку. Смотрел, вот этот уголок мешает легкому, как говорится, легкой установке. Пыльник. Когда мы закрываем, этот уголок закрывается, поэтому он как таковой и не нужен. Я его вот так вот сейчас возьму, вот эту часть уберу. Вот, видно, вот этот уголок я убрал, именно маленький. Ставлю на место крышку, проверяю, чтобы это у нас была
назад сдвинуто. И закрываю ее. Все. При этом, когда закрываем, она у нас не должна играть. Все, она прижалась, вот она не играет, ничего. Это говорит о том, что все направляющие встали на место. Закручиваю винты. Ставим на место собачку. Все, собачка установлена. И ставим на место пружинку. Все, пружинку на место вставил. Закрываю крышку. И ставлю на место трос. Все. Можно идти устанавливать на автомобиль. Завожу механизм на место. Очень неудобно заводить, когда будете это делать. Главное, не торопитесь, чтобы вам не сломать направляющую. И еще вот эту клипсу, ее лучше всего, наверное, снять, когда вытаскиваете или затаскиваете ее. И с направляющей стекла будьте аккуратны, потому что она пластиковая, отгинается она, в принципе, допустимо, но можно и отломать. Наживляю механизм.
пока не затягиваем, просто наживляем. Теперь вставляю на место ручку. Крючочки здесь и здесь, чтобы зашли. И задвигаем назад. Так, закручиваю саморез. Одеваю на место прокладку. Смазываю ручку как здесь, так и в этом месте. Заводим ее спереди. Здесь как бы немножко назад мы ее вставляем и заталкиваем вперед. Все, у нас механизм работает. Теперь мы ставим уголок. Ручку приподнимаем. Уголок заводим, вставляем. И закручиваем. Винт фиксации. Ставим на место заглушку. Заглушка не хочет вставляться. Но она вставится. Закручиваем три болта крепления механизма. Брызгаю разъем нанопротека и защелкиваю его. Прикручиваю винт крепления направляющего стекла. И можно одевать внутреннюю карту. Проводим трос. Наживляем. И перекручиваем все винты.
карту я прикрутил, ставлю на место проводку. Так, это у нас сюда. Это у нас сюда. Это у нас сюда. И это у нас вот отсюда. Так, это к дверям подключается. Ставлю на место карту. Одеваем сначала разъемы, а потом одеваем уже тросик в последнюю очередь. Так, ну пока я не прикручиваю, пробую дверь. Все отлично. На задней двери точно такая же беда была, как на передней. Именно моторчик. Перед работает, зад работает. Теперь сигналка, когда нажимаешь на закрытие, два сигнала не подает о том, что не взялась машина на, вернее, на охрану взялась, но двери она не закрыла. Аналогичным образом меняю со второй стороны. На этом все. Всего вам доброго.